Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мёрзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верх желания и мечты, корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить хоть один лишний военный день. Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома, в хлеборезку. А назначали туда, как Господь Бог назначал бы, скажем, в рай, самых избранных, самых удачливых, а можно определить и так, счастливейших на земле. В их число кузьмёныши не входили. И не было в мыслях, что доведется войти. Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновенец. Вот о чем мечталось, чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира в виде нагроможденных на столе корявых буханок и вдохнуть не грудью, животом вдохнуть. Тут опьяняющий, дурманящий хлебный запах. И все. Все. Насколько не притирайся к обитым железным дверям, это не могло заменить той фантасмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых. Запах через железо не проникал. Проникнуть же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантазии. А братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда. В эти особенно тоскливые месяцы, когда мёрзлой картофелинки добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Слюна накипала во рту, схватывала живот, в голове мутнело. Хотелось завыть, закричать и бить в ту железную дверь, чтоб отперли, открыли, чтоб поняли наконец. Мы ведь тоже хотим. Пусть потом в катерь, куда угодно. Накажут и забьют, убьют. Но пусть сперва покажут. Хоть от двери, как он. Хлеб. Грудой, горой, Казбеком возвышается на искромственном ножами столе. Как он пахнет! Вот тогда и жить снова станет возможно. Тогда вера будет. Раз хлебушка горой лежит, значит, мир существует. И можно терпеть, и молчать, и жить дальше. От маленькой паечки, даже с добавком, приколотой к ней щепкой, голод не убывал, он становился сильнее. Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого. А там старейший Кутузов во время войны ест цыпленка. С неохотой ест. Чуть ли не с отвращением разжевывает жесткое крылышко. Ребятам такая картина показалась уж очень фантастической. Подумаешь только, крылышко ему не пошло. Да они бы тотчас за косточку обгоданную побежали бегом куда угодно. После такого громкого чтения вслух у них еще больше животы скрутило. И они навсегда потеряли веру в писателей.
Если у них цыпленка не жрут, значит, они сами зажрались. И вот до чего мечта 44-го года довела Кузьмёныша. Проникнуть в хлеборезку. Царство хлеба. Любым путем. Любым путем.